Здарова, народ, с вами я, Сивака, и в этом ролике я покажу топовые нычки в PUBG Mobile. Огромное спасибо вам за поддержку на прошлом ролике. Народ, если вы хотите продолжение данной рубрики, то давайте соберем 250 лайков, и я начну делать новый ролик. Также здесь может быть ваша реклама, и по поводу сотрудничества писать в ЛС, ссылка в описании. На штоп открывает нычка на карте Ярангель возле заправки. Чтобы попасть на данную нычку, вам понадобится транспорт, заезжаете на трамплин и попадаете на крышу, откуда открывается крутой обзор и защита от выстрелов. Вторая нычка очень полезна будет для новичков, которые впервые зашли в эту игру, потому что на нее будет несложно попасть, и здесь открывается неплохой обзор и приоритет над другими игроками. Часто падая на школу или же общагу, эта нычка будет реально крутым местом для перестрелки. Вы должны подняться на крышу и после чего запрыгнуть на это дерево и валить всех противников на изи. После того мне стало интересно, будут ли заметны мои тиммейты на этой нычке, и результат меня удивил, поэтому пользуйтесь этой нычкой, и она будет очень полезной для вас. Ну и собственно последняя нычка находится в пучинках возле церкови. Для ее исполнения нужен двухместный мотик и средний разгон, чтобы вылететь сюда. Тут открывается топовый вид на пучинки и можете смело кемпить всех врагов.